Обалдеть! Обалдеть! Просто бомба! Ой, как навалилось! Тяжело дышать. Друзья, наконец-то мы легли спать. У нас есть 4 часа, чтобы выспаться. А завтра тяжелый и ответственный день. Поэтому желаем всем спокойной ночи. Ой, ты придавила. Всем спокойной ночи, сладких снов. И еще я хочу сказать огромное всем спасибо за поддержку в конкурсе «Человек года на Дубин 2». Ваши теплые слова, ваша вера в меня придает мне сил. И следующий этап вокальный. Хоть я не умею петь, но душа поет, и я буду бороться, сражаться, и вас не подведу. Все, всем спасибо, друзья, всем сладких снов. Помхарочка, пока. Пока-пока-пока. Вау, с ветерочечком, уху! Слушай, прическа, посмотри на мою прическу. А, мою. Просто. Просто. Кабриолетик, главное, чтобы дерево сзади не было, чтобы голову не снесло. Мы решили, несмотря на всю сонливость, бессонность, отсутствие сил, я все равно тебе с утра пораньше приготовил завтрак с любовью, родная. Ой, вот. Как обычно, видела? Яишко. Родная, держи омлетика. Ага, ага, умничка моя. Ваш пакет. Братишка, на выход! Кайфы. Чисто саванна, я тебе говорю, с ума сойдешь. А за рулем у нас крокодил Данди. Чисто индийская версия, да, братишка? Я тебя услышал. Кукуруза почем? Услышал, родной. Здесь так красиво. Опа, родной. Смотри, написано красивым девочкам в красных платьях трогать. Трогать? Да, трогать. Да. Там пчелы. Да не пчелы, трогать. Да не-не-не. Написано в красных пчелы, платьях трогать. Рома. Трогать красивым девочкам. Вон там пчелы. Типа тронут и станут еще красивее. Там. Услышал. Братишка, родненький. Дай-ка порулю чуть-чуть. Дашь? Порулить. Чисто спиной смотрю и рулю. Ага. Краса. Опа. Вот это котлы у тебя, братишка. Котлы у тебя, конечно, лютые. Ну все. Теперь поедет папа. Маришка, держись, родная. Не надо. А ну-ка, дай-кась. Поехали. Вау, родной.